И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Мифик. Сегодня мы снимаем игру Geometry Dash, прохождение трех уровней, самых начальных. Перед началом просмотра этого видео подпишитесь на канал, поставьте лайк, прокомментируйте это видео, поставьте колокольчик, чтобы телефон вас уведомлял о новых видео. А еще подпишитесь на моих друзей, будет две ссылочки в описании, на Лимона и Кэжова. Приготовьте себе печенюшек, чипсов, рулетиков, чаев. Приятного аппетита, кто кушает. И мы погнали. Если вы хотите, чтобы я снял еще какую-нибудь... Если вы хотите, точнее, если я какую-нибудь часть Geometry Dash снял или какие-нибудь уровни, то напишите в комментариях. И если будет очень много комментариев, тогда я сделаю вторую часть по Geometry Dash. И еще наберите 5 лайков и там, ну, просмотров 20, думаю, наберете. Если вы все равно такие, ну, типа, молодцы, как бы, вы можете это так набрать, потому что вы очень хороший актив проявляете на моем канале. Жалко то, что только подписчиков мало. Ну ладно, это не суть, как бы я только начальный ютубер. Снимаю всего лишь что месяц, даже меньше месяца видео. Ну ладно. Ну да, я прошел эти левелы вообще. Я просто решил, типа, заснять их. Просто мне нечего снимать, и все. Я типа не снимал Geometry Dash и думал его заснять. Так. Первый уровень мы прошли. У нас еще вот есть Back on Track и Poltergeist. Может быть, я еще какой-нибудь левел пройду, чтобы видео не было настолько коротким. Так. Так, ребят, сейчас мне надо по техническим причинам отлучиться. Я вернусь, вы поймете, когда я вернусь, потому что я врублю запись. Так, ребят, я убрал технические неполадочки. Там, так, были такие личные проблемы, не буду их рассказывать. Я бы вам рассказала, если бы это была не личная проблема. Так, ну мы уже проходим. Мы уже прошли половину этого уровня. Пока легко проходим вообще. Прям очень сильно легко. Но, скорее всего, я еще какой-нибудь левел пройду, потому что сейчас только 3 минуты, типа 30 секунд, как бы. И смысл того, то, что я вот прошел 2 уровня за 3 минуты где-то. Ну, неинтересно ведь, правда? Ну вот, поэтому я и засниму еще какой-нибудь уровень. Так, мы прошли этот уровень. Это у нас был второй. Так, теперь мы Poltergeist проходим. Угу, так. Вроде легкий. Если честно, я их уже давным-давно прошел, я просто давно не играл в эту игру под названием Geometry Dash как раз. Такие. Поэтому я вот думаю, что я могу и не пройти какой-нибудь левел с первой попытки, даже первый. Потому что у меня такое бывает. Ну, я же сказал... Ладно, ребят, я поставлю на стоп и дойду до этого момента. Итак, ребят, я прошел до этого момента. Сейчас мне сейчас страшно было, потому что я чуть не умер опять. Так. Ох,
Хоп-хоп-хоп-хоп. И мы проходим, проходим. Уровень, в принципе, легкий. Только для меня он нихера не легкий, блядь. Короче, ребят, я его не могу пройти. Я решил заснять другой уровень. Чтобы... Потому что я его это... Я очень сильно туплю. Поэтому я не могу тот левел пройти. Поэтому будем проходить dry out. Я его там... Ну, я его пройду. И на этом моменте мы закончим. Так, ребят, извините за звуки на заднем фоне, если вы, конечно, слышите. Да, пиздец. Ладно, я врублю запись, когда дойду до этого момента. Так, я дошел просто до момента с порталом, не до того самого момента. Хоп-хоп. Так, что же мы проходим? Проходим их какие-то кубы с шипами. Так, и мы прошли этот уровень. Итак, ребят, на этом моменте я буду заканчивать. С вами был, как всегда, я, Мификс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте это видео, ставьте колокольчик, чтобы телефон вас уведомлял о новых видео. Подписывайтесь на моих друзей, будет две ссылочки в описании, на Лимона и Кэжуала. С вами был, как всегда, я, Мификс. Всем удачи, всем пока!